Так, станция Барабинск. Барабинск. У меня есть, я говорю, вон, могу сейчас показать. Да не выйду. У меня от этого обхода заряжает. Да не нужно мне. У меня такой фермент, это 10. Да не, он залезет, он лежит, говорит, забежит. Да не было. Я это не понял. Кольца, сережки, это ломные. Но. Сережки будут отправляются скорый поезд. Сережки будут отправляться скорый поезд. За второго пути отправляется скорый поезд 91 с сообщением Северобайкальск Москва. Ну что, рублей? На 60 тысяч миллиампером стоит взять. Уважаемые пассажиры, продолжаем сопровождение на скорой поезде Автомат, коробка сломана, а сейчас ты не разрешил.
И стоит джипик небольшой, женщина. Я подхожу к ней, они ее обувают. Дурят, говорю, вам. Я снимаю на всякую камеру. У вас дурят. Да ладно, блин. Ну что ты сейчас скажешь? Она уже это, по призванию ваша. Стоит там Аллахом клянется. Ну я это разместил по машине кинотрассе в интернете. Там столько, когда с ними охотника началось, мы их перережем на хитке. Потому что человека сам говорит, сломается, ну блин, стоят. Сердце остановится. Все кроме наш пики. Каждый боится. Сейчас появились новые виды мошенников. Стоит этот цыганка, глядя под колеса, прыгает, падает, блядь. Остановит, в чем дело? Вот там авария случилась, там это, умирает кто-то, там свадьба, машина в судьбе, подъезди. Люди берут, там, сколько она в машину села, блядь, начинает, давай я погадаю, давай то сделаю, давай это сделаю. Ну, человек понимает, что же это попал, блядь. Нет, а человек выгонять из машины, блядь, тоже подъезжает джип, блядь, попытка изнасилования, начинает его разводить, блядь. Это уже вперед, блядь, криминал. Да, это уже. Поэтому, блядь, эти ресторанные вообще никак не делают. Я бы старался с другой стороны, блядь, они по натуре, по природе, да? Перекрасится, блядь, перекись и это, блядь, под этих подростков, под славян косян, косят, блядь. Подошла, блядь, впадает, блядь. Был у меня случай, было хорошее настроение, ну все, я стоял это на вокзале в Москве. Подходит сюда, не вижу, я палец понял. Нет, не знаю. Ну, одна куда у меня. Подбегает второй раз, там человек как подбежал, там не знаю, рублей нужно, что там, смотрю, цыганка пошла, давай подождаю, ну же настроение уже нет у меня, уже понял, что вот, вторая, потом третья, окружили меня, начинается самое, ничего не надо, уходите. Да уж тебя там дома икать понесли, блядь, умрет тот, умрет, ну это уже сутки, я уже ваших детей уже там сказал, ну ночью, вы мне сейчас поднимаете после этого. Они все люди пришли, наверное, ко мне приехали, наверное, спасили, ну думали, ну, разъяснили, чтобы депутировали, да. Самое вот, что-то в комментариях пишут, как мы видели, я не знаю, там, наверное, тысячи с лишним, люди пришли, ну, все их ненавидят. Это не нация, это вообще, блядь. Я же не знал, блядь. Мало их ничего. У нас Кармен, у нас Кузьмин, у нас Ясниченко начинает, блядь. Да не по всей стране, блядь. Мы из Болгарии, мы из Румынии, мы из Германии, блядь, машина сломалась, коробка автомата, ну давай сейчас уже эвакуатор, ну, нет, не надо, там нужно сейчас, ты что говоришь, блядь, лишь на трассе коробку автомата ремонтировать, что ли, думаю, что говоришь. А это дальнобойщик, нет, у меня радиостанция, машина, блядь. На каждом планете говорят, обе там сломались, блядь, ну, разводило.
Это.
Еще он забывает,
короче, на поле стоит 5 минут, 3 минуты. Зачем будет посетить? Вот о чем это? 20 штук надо проехать. Потом HD, можно было получить 30, на больше привез. Ну, у тебя должно получаться 2,5. О! Ну, вы смотрите, чтобы они не садились там, поезда, там, ну, что-то как-то. Ну,
Потому что когда же ты думаешь, чего-то плохого, понятно, вы же не можете обеспечить сервис. Правильно? Люди обеспечены сервис. Купи я его, это слишком плохо. Есть еще такие штуки, такие белые пластики, и там еще говорят. Вообще, без фета, без ничего. Вот есть со вкусом миндаля, со вкусом шоколада, там. Да нам все нюхать его на лоб, давай. Действительно, посмотрю, мне не понравилось, честно говоря. Говорит, не брать это, ваши там все это такие вот такое. Реально, там, даже будет и собака. Что, сбежит туда там что-то? У нас безвизовый режим, без паспорта. Если у меня паспорт есть, я могу выйти и пойти просто тут. Там будет. Все эти самолеты трактируются, у нас что-то проводят.
что его это единственный самолет сертифицировали по новым правилам. В 86-м при то они запрещали сами, но там допускалось. Как экипаж полет для вас летел в этом самолете.
садись уже, да, сначала же он тоже с этим где-то четвертым. Сказал, ты кто? Второй пилот. Ну, ладно, там так второй. А майор, что? Ладно, все, приходит, еще будет полковник. Все, мужик, здорово, здорово, там, все нормально, все нормально. Через час полтора посадка там. Давай, там, мужики, ты все-таки, блин, кто-то пьяный, вот он. Что-то собей такое, типа, как садиться-то будет. Он говорит, как он? Кто вот посадит, если пацаны, блин, там, бро, все будет нормально. Нифига себе. Это штурман, бать, ну, там, первый, второй. Там же нарезалось, ну выпить, ну это даже пункты, ходил. А прапор там, у них прапор там. Почему он летит с ним, ничего не делает. А у него вот это самое, смотрят пункты, задача. Там что-то не пьют, там ничего. И это когда вот задумался к вопросу, где там сзади жопа открывается, открывается, потом это руку там, короче. Что-то бедный вообще урезался, да, как бы. Курс проверил. Ну, да так нормальный мужичок такой. Так, хотел. Так, ну, как пройти такой. У них это в Ростове, где ушли, другие сели, прилетели.